Видим, это обычные стойки заняты. Ну, тут людей тоже не так много. А обычно тут люди входят, выходят, входят, выходят. Это проспект, что? Вот такие дела творятся. Вообще пустота. Ну, как сказать. Вполне себе не мертвая. Ну да, не особо мертвая, но и не особо живая. А сейчас мы едем на последний этаж. Вот кого особо нет. А тут вообще нет. Что тут было? Мороженка, да, или салаты? Вообще. Люди просто сидят. Капец, я бы сказала, это очень даже непривычно и необычно. То есть как будто бы закрыто, но люди все равно сюда присаживаются. Здравствуйте. А не знаете, почему полностью закрылся тот отдел? Там будет другой отдел у нас. А, просто другой, да? Не в связи с режимом повышенной готовности. Ясненько, спасибо. Отмененный карантин. Вообще нет. Веди. Ну, вполне себе, как в обычный день, да? Обувь выбрать тоже нужно, я считаю. Ходят, ходят, что-то делают.